А еще все, иду на досочке. На досочке дошла такая, хо-хо. Кстати, Нёшеньки, сегодня, смотрите, я очень хочу вас попросить. Можете мне каждый час напоминать, чтобы я меняла платье? Я их подготовила сегодня на каждые 10 часиков, чтобы мы будем вместе с вами. Вот, солнышко, кстати, всем жух. Вот, жух. Мои утоньки, вы мне этот, будете напоминать, когда платье поменять? Это вот это как раз у нас получасовое платье, потому что я его надела прямо перед началом. Ребята, я вас люблю. С днем рождения! С днем рождения! Тут вот волна любви! Так, платье меняю, сажусь за аккордеон и играю немного на аккордеон. Мяу! А еще, а такие платья бывают? В смысле, как едем на машине, мы и песни поем. Едем большой семьей, подпевают люди нам, ля-ля-ля. Ты тоже вместе с нами. Идите, вырублю свет. Только вначале надо лампы врубить, чтобы не было так темно. Вот так, лампы врублены. Няшеньки, я вас обожаю. Тих! Ну что, на самом деле, что обращаться? В понедельник увидимся снова. Спасибо большое за маленький стримчик, который у нас сегодня был, и за вашу большую любовь, которая у нас сегодня была. Пойду встану, постою, немножечко потанцую. Ну, тапки, конечно, в тему, вот, тут просто окно открыто, вот, и вообще, я сейчас вас обратно возьму, когда вас не будет видно. Я вас как? Что это, нафиг? Что это? Буду делать по-своему, нафиг. У меня круче, понятно тебе? Все, у меня есть юбочка. И вообще. И чулочки, видимо, настоящей принцессы лягушки. Должна быть юбочка и чулочки. Солнышки, сейчас прямо в данный момент я, с вашего позволения, возьму и покручусь, но очень аккуратно. Такой короткой юбки вы еще, блин, тут, наверное, не видели. Раз, два, три. Для начала надо занять пацанскую позицию. Давайте для этого подготовим постамент. Хорошо. Теперь надо водрузить себя на этот постамент. Так, водрузили? Молодцы, водрузили, хорошо. Водрузили. Так, так, еще он крутится, но ничего, пацанскую крутоту не сбить шатающейся почвой. Так, Селя, хорошо. Мы с вами, кстати, давно не виделись, возможно, кто-то из вас даже лицезрит меня впервые. Разрешите представиться. Фокусница, магичка, кудесница, Анастасия Гадалаша. Это значит, что все хорошо. Это я сама себя убеждаю еще раз, и мы можем продолжать. Все, любовь. Итак, Настя, Остый шприц крутится. Я вытащила из-под стола. Вот он, радость. Я на месте, и на этот раз даже не забыла надеть волшебную простынь. Все, я укрутилась. Я вообще. Раз, два, три. Так, все шарики сбила. Это то, что я хотела. И вообще. Вот, можно еще одной рукой. Лучшая из лучших.
непревзойденная магичка и сердцеедка Анастасия Гадалашара. К вашим услугам. Я ковбойся. Такие дела. Самая длинная юбка на всем Диком Западе. Покороче костюма не было. И лосилась. Ну, мне так комфортно. Вот, такие дела. Так что я ехала. Встречайте. Картошка. Ностенька. И я, как и подобает картошке, расту вверх и стремлюсь ввысь к солнцу, то есть к вам. Здорово, здорово, здорово. А, ну что ж, ну что ж. Пацанский покрут. Встали. Челочку я сделаю. Плыву словно пава, как ребёнышка. Сейчас я всё сделаю прям аккуратненько, чистенько. Могу еще покрутиться. Всем здорово, с вами Серега. От души поздравляю брату с днем рождения канала и желаю твердо стоять ногами на почве, даже если в этот момент вы на картах. Если хотите, я-то думала, вы помните, как я выгляжу? Но я сегодня в своем праздничном одеянии. Блин, как же красиво плащ развивается. Призываю тебя! Зумбистка! На-на-на-на-наста! О-о-о, кто меня призвал? Это можно тебя встретить раз в год здесь, дай Боже. Ну, или тебя приведет твое сердце. Какая твоя любимая песня у Джей? Все. Все. Конечно, все. Будь то сон или явь, счастье миг или годы невзгоды. Важно знать, понимать. Должен всем человек дать любовь. Ведем чудо природы. Кошки в окошках и в наших сердцах. Попрошу поприветствовать, дорогие котята, нашего нового члена, кошку-человека. Ну что ж, техника скрытого покрута. Видели? А я крутилась. Ладно, а теперь для вас помедленнее. Все, я буду крутиться прямо сейчас. Раз, два, три. Да вы волшебники, ребята. Я вспомнила. Раз уж я тут в таком виде, надо кое-что сделать. Кое-что, что меня каждый раз заставляет пищать, когда я вижу в туберские модельки. Спасибо, Карпик, и вас с днем рождения. Начаться. В общем. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, мой подъемничек вас не смущает. Вот. Я немного выросла из летней формы. Но скоро мне пошьют новую. Такие дела. Так, на счет раз, на счет два, на счет три. Потом просим еще покруты. Держите. Я правда не уверена, что у меня уже костюм так же хорошо держится, как в самом начале. Тем. Вот. Темный ангел Настаниэль, к вашим услугам. Да, я обещала крутиться на этом марафоне. Но надо постараться сделать это максимально аккуратно. Пойдет? Я картошечка, я картошечка, я картошечка, да, я картошечка, я картошечка, я картошечка, 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 картошечка. С вами снова я, непревзойденная магичка
Анастасия Гадалашара! Признайтесь, ждали меня? Всем привет, привет! Магический чмок. Ну, здорово, щеночки. С вами на связи лучшая девочка Эве, медовая матью нагибаторша. Чё думаете, вас поздравлять сюда пришла? Хер там было, я, между прочим, очень занята. Здорово! Здорово, стрелки кайфовые, как всегда. Думаете, кто нас-то научил это рисовать? Конечно же я! С такими глазами проще деньги стрелять. И раз, два, три. Надеюсь, я наушниками тут все не пошиваю. Я ничего вам не скажу, где находятся Евангелионы моих товарищей, вы не узнаете. Смотрите, мне даже дали каноничные черные чулочки. Такие дела. Вот. Очень удобно, на самом деле. Я бы так даже по улице ходила. А еще из-за чулочка можно прям хорошо крутиться. Вот. Вот весь наряд. О, да. Обычная юбка может превратить наряд горничной из разряда секс-шоповского во что-то такое прям готик-лолитное. И вообще. Вот. Такие дела. Ребята. Что-то на самом деле греческое есть в этом платье. И да, его тоже надо заскринить. Вот. Ангелочек.